Главные геополитические темы на неделе обсуждали и в Вене, Сирия, ИГИЛ, Нагорный Карабах. Вот давайте сейчас по порядку. Уровень насилия в Сирии снижается. Такое заявление прозвучало в Вене на встрече Международной группы поддержки Сирии. Переговорщики и министры иностранных дел из почти 20 стран обсудили возможность доставки гуманитарной помощи в охваченные войной города Арабской Республики. Речь в первую очередь шла о медикаментах и продовольствии. Их будут сбрасывать с воздуха. По данным ООН, с начала сирийского конфликта в 2011-м погибли более 220 тысяч человек. Также на встрече в Вене обсуждалась борьба с терроризмом и ситуация в Ливии. Вот в отличие от Сирии и Ирака, где исламское государство терпит поражение за поражением, в бывшей Джамхирии ситуация куда более плачевная. В стране фактически нет дееспособного правительства, поэтому территории, подконтрольные исламистам, растут. Еще в австрийской столице состоялись и переговоры Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта. Впервые с начала апрельского обострения президенты двух стран встретились лично. Как отметили Ильхам Алиев и Серж Саксян, военного решения конфликта не существует. Стороны договорились в кратчайшие сроки завершить работу над механизмом ОБСЕ о проведении расследований инцидентов. В начале апреля Азербайджан и силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики обменялись массированными ударами. Точное число погибших до сих пор неизвестно.